Итак, всем привет, на этот раз с вами Замар, и мы продолжаем играть в Atomic Heart. Так. Не густо. Однако. Ага, интересно. То есть они разделены на два. Получается. Хм. Прикольно. Но два лагеря. Уселся тут, блин. Сидит как барин. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд Аргентум, подчиненный лично Сечину. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые найдут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же, в смысле, ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив? Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинуша? Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плодами. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. О, неплохо. Нет, но я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть коллектив — это, по сути, коллективный разум. Слившееся воедино человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить? Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так? Или же все-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого плясало Политбюро, Совет Министров и так далее? Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнект. Устройство мысль. Это общеизвестно. И вот из-за этой мелочи тут все заклинило? Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность... Я пропустил самый интересный политический диалог. Капец. Ну это нечестно. Это нечестно. Я считаю. Так. Что надо? Надо вот так. Ну ладно. Хорошо. Блин, понаставили тут кукол, конечно, блин. Разрабы, блин. Вы уже проникли внутрь?
Судах ПТНХ, товарищ майор. Платформа «Кондор» с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать. Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Чё? Я молчу. Вот и отлично. Сохраните желаемое действие. Так, складоразбор. Не хочу автомат. Не интересует. Почему 18, блин? Ну ладно. Я так понимаю, улучшить я пока ничего не смогу. О, снежок. Интересно. Кто это вообще такой? Ну давай, сделаем. Снежок. Авторизация. Почему, блин, нельзя с складом взаимодействовать? Удаленно. Почему я обязательно должен заходить в эту, блин, в этого робота? Давай улучшим снежок. Не могу. Нет. Так, ну давай смотреть. Пятый, да, получается? Ё-моё. Ну тут, в принципе, система абсолютно идентичная. Так, надо сохраниться. Сохранение данных. Крупное достижение советских дизайнеров. Проект такси с движной дверью и отдельной кабиной водителя. Оно послужило прототипом для появления затем на Западе автомобилей такси. Проект разработан в НИИЦ, Всесоюзном институте технической эстетики. Интересно. Советский монорельс. Так, а я вот понятно. Пройти, чем я.
Чем я могу быть полезна? Мне нужно попасть на выставку. Как открыть двери? Замок открылся моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск пульса пирания невозможен. Так, где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас. А как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должно получить руководство страны. Коннекторы, которые получат руководство страны, выглядят как устройство мысли в золотом корпусе с алмазной инкрустацией. Выдающиеся ученые из когорты академика Сеченова уже получили другие устройства. Другие? То есть это будут разные устройства по своему функционалу? Согласно замыслу академика Сеченова, чиновники получат пустые. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нейропримерная перчатка? Ты что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди, так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Он просил быть с перчаткой поаккуратней. Интересно. Я тут запылесошу все. Сейчас. Разберемся. Сейчас, я пропылесошу. Тут еще вроде грязно. Тут вроде была возможность взаимодействия. Так, дружок. И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила? Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает. Только легче не становится. Я даже не помню, как меня зовут, а эту рожу металлическую помню. Помню, как он мне собак кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили вот. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Эх, оставьте меня уже. Дайте забыться. И здесь трупы. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант, который обслуживает убитых им же людей. Пришибу, тварь. В данный момент робот не дышит. Можно получить руку без боя. Неплохо. Я эту дрянь живой не оставлю. Кстати, а чё это я? Тихо. А, подожди, не торопись. Блин, какой он, слушай, прям жирный. Я еще с прошлого раза, когда его, ну, подобного ему хреначил, понял, что он какой-то прям совсем толстослойный. Однако.
Нормально. Не, я знаю, я, блин, зависну тут надолго. Не надо заниматься подобными вещами. Так, по результатам опросов посетителей было выявлено, что большая часть гостей отдает предпочтение экскурсоводам людям, а не Терешковым. Очевидно, что робот, рассказывающий о роботах, вызывает у людей тревогу и непонимание. Однако после проведения скрытого теста на интеллект, теста ВДНХ Елизаровой, выяснилось, что эта реакция свойственна менее образованным людям из рабочего и крестьянского класса. Интеллигенция и партийные деятели, напротив, предпочитают Терешковых, которые для них сами по себе становятся частью выставки. Вывод: после того, как посетители во время прибытия проходят скрытый тест ВДНХ, их необходимо разделять на группы и предоставлять либо экскурсовода человека, либо Терешковых. Ага, понятно. Новый корпус ВДНХ. Товарищи, сразу после всеобщей полимеризации мы начинаем строительство нового корпуса, который будет полностью посвящен летательным аппаратам и торжеству воздухоплавания СССР. Комплекс будет возведен непосредственно на ВДНХ в воздушном пространстве, а доставка гостей в него будет осуществляться с помощью новой технологии воздушных лифтов. Ага. В связи с этим среди сотрудников объявится конкурс идей для оформления входной зоны. Основные идеи, которые должны быть отражены: высоты, свобода, яркое небо, торжество науки и стремление к звездам. Идеи и предположения принимаются, понятно. О гостях. Не секрет, что среди сотрудников отношение к комплексу ВДНХ двояко. Некоторые считают, что это не более чем музей и выставка. Однако хочу вам напомнить, именно на ВДНХ гости знакомятся с нашими новинками. Поэтому бдительность и осторожность требуются здесь не меньше и даже больше, чем на засекреченных объектах типа Вавилова или Павлова. Интуристы регулярно пытаются попасть в служебные помещения и трогать экспонаты. Я не говорю, что ко всем нужно относиться как к шпионам, но помните, но потенциально каждый гость – это агент врага, расслабляться нельзя. Выставка достижений народного хозяйства. Почему название такое же, как у выставки в Москве? Первоначально название ВДНХ, выставка достижений научного прогресса, ВДНП, было признано неблагозвучным. Для многих туристов и гостей аббревиатура ВДНХ стала знакомой, и наш выставочный комплекс на предприятии 3826 использует ее скорее как товарный знак, а не как буквальное обозначение. Разработанное личным товарищем, ну понятно, в общем. Интересно. Окей. Так, где-то была еще одна. Нет? Ладно. Так, в смысле, а чё? А, там же я зашел через это. Как его там? Через другое-то. Ну что, заяц, поехали. Я вот как знал, что будет этот заяц. Изи, уже просто вот так вот щелкаю пальцами, понимаешь, как семечки. Щелкаю. Только маг комплекс, новейший исследовательский комплекс. На Луне? Где? Именно здесь проводят грандиозные эксперименты по управляемому термоядерному синтезу. Только вместо раскаленной плазмы в коридорах комплекса текут светлейшие умы нашей Родины. Руководитель комплекса Игорь Николаевич Головин. Так, мне надо просто назад, да? Или куда? Терешковый мне надо. Тут штуку мне надо разгадать еще. Ну, найти надо сперва какую-нибудь записку или что-то такое. Как она работает? Поднесите ее к моим нейросенсорным контактам. Мультиключ активирован. Неплохо. Ха-ха-ха-ха-ха.
А говорят, не суй пальцы куда не следует, а? Пожалуйста. И что теперь? Здорово. Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Вот уж на что мне пофиг так пофиг. Веришь, нет? Другое дело. А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народного хозяйства! Ты че несешь, какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует. Но я ничего не могу с этим поделать. Здорово. Никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, робот. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторву? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Положите на эту стойку три предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? В смысле? Как мне это сделать? Цветочек положить. Ванька полимерный. Ботаники комплекса Вавилов занимаются не только разведением растительных культур для других планет, но и активно развивают светскую флору. Советскую флору. Специально для советских граждан был выведен специальный сорт цветка бальзамин. Ванька полимерный. От своего мокрого товарища его отличает поразительная неприхотливость. Цветок совершенно не нуждается в поливе и будет цвести круглый год. И как мне... Ага. Интересно, то есть мне надо сюда положить... Чё, трупы? Ящики. Ну да, логично. Еще надо, блин. Эти ящики вообще не выглядят тяжелыми, если честно. Я пройти не могу. Рабочие предприятия. Достижения хозяйства предприятия 3826 бережно чтятся и поощряются. В
том числе с помощью их увековечивания в памятниках. Данный монумент под названием «Рабочее предприятие» был создан скульптором Набойщиковой в честь выполнения первой научной пятилетки. Ну ладно. Так. Ну, предположим, вот цветочек. А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. Вот, живее тут ничего не нашлось. Так ликуй и вершились в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорыла. Извините. Сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Что-то на тему труда все как-то непросто. Можно подсказку? Хорошо. Какой инструмент есть на флаге Советского Союза? Понятно, иду искать. Забудь, пока ничего не нашел. Так, а насчет... Да-да. Что позволяет музыке достичь наших сердец? Угу, ясно. Вот последнее было вообще не ясно. Где я должен раздобыть молот? Ясно. Молоток. А насчет теста... Да-да, буду... Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Ты молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Но душнит, конечно, она люто. Да. Просто когда на каждое действие, на каждое событие. Так, сильно радоваться, конечно, любого. Это начнет душнить. Ага, радио. Интересно. Не, ну, честно скажу, я бы так не догадался. Подожди. Не понял. Слушай, включи что-нибудь веселое, а то как конец света. Радио будущего. Изумительная музыка, самодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано. Но тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. А вы наблюдательны. Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, аж башка заболела. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне,
Кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавт. Отличный выбор профессии. Желаю вам... Что ж, мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется два робота, а не один. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащил? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. Угу. То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. Да, под эту музычку, в принципе, неплохо так ощущается все разнообразие текущего события. Хе-хе-хе. Тут нельзя медленно ходить, поэтому буду идти на картах. Хотя даже на картах... Вы только взгляните на этот позор. Столь благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? Интересно. Стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпятил всем на показ свой иридиевый уплотнитель. Ну ты ж понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедлам и устроили. Я сегодня такая забывчивая. Повар. Как вам, людям, хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Робот-лаборант представлен в различных моделях. Модели, выкрашенные в черный цвет, оказались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понимаю. Ты же помощник, Терешкова. Можешь сказать по-человечески? Ой, все. Никакого чувства. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора, с этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешкова, ускоряйся, времени все меньше. Уже иду, дорогой товарищ.
А кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый кусатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Будь моя прелесть. Вообще-то нападает. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. И как? Неплохо. Выходит, что это не электричество, а солнечные лучи с помощью зеркал освещают здесь все. Прикольно. Прикольно. Так, я чё здесь делать-то? Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. Есть, вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино, прошу вас. Ясно, понял, не дурак. Вот это я понимаю, Харон. Да, ох, с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Это да. Это точно. Через 15 минут начнется прием посетителей. Просьба завершить все технические работы и занять так свои рабочие места. Туда я пока попасть не могу. Туда тоже не могу. Я пока вообще мало куда попасть. Ну, получше, конечно, чем топор, но все-таки топор быстрее работает. Давно надо было так делать. Ауч. А нахрена я его поднял? Но ёкаламане. Он, блин, такой жесткий, ну это прям вообще жесть. Очень жесткий робот. Так, сюда, похоже, тоже пока пройти не могу. Пока просто зачищаем территорию. Ничего нету.
что он такой-то? Хорош. Да где у тебя кнопка, падла? Так, сюда я тоже пройти не могу, да? А, понятно, ясно, понятно. Опять эти вонючие капсулы. Так. Угу. Интересно. И где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением! Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические помещения! Уже спешу. Усатые извращенцы. Нормально. Это забавно. Красиво здесь было, пока всех не убили. Крайне прискорбное зрелище. Наск. А. Прикольно. Понятно. Здесь показывают, что такое груши, что такое... медицинская капсула. Хорошо, что они все восковые. С беляшом мне пришлось бы очень несладко. Долбаная камера. Ну что, поехали? Мутасвоны. Ох. Ну, с мутантами гораздо проще сражаться. Они медленные, они менее активные. Хотя это синонимы. Да ладно. В общем. Ха-ха-ха! Блин, прикольно, прикольно. А я,
говорил, что отключать Терешковых от общего контура плохая затея. Они очень странно себя ведут. Не верили? Вот вам запись. Смотри, моя дорогая Клара. Видишь эту группу людей? Это посетители. Вот те маленькие, это юные модели. Они называются дети и служат для украшения и веселья. Вон те постарше, это модели октябрята. Они уже имеют чуть больше. А та старая модель заколонной, это пенсионер. И, кажется, он за нами подглядывает. Это они про меня, видали? Роботы разглядывали гостей выставки как экспонаты. Все это звучит очень жутко. Я бы им память-то стер. Понял. Теперь понял. Я слушаю просто, что... Где-то поблизости звуки довольно специфические. Так. Проще. Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. В смысле? Интересно. Интересно. Но мы узнаем, что будет дальше в следующей серии. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. На этот раз с вами был Замар. И всем пока.